Сотрудничество Карагандинского региона и флагмана казахстанского образования. Сегодня был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между Акиматом области и Назарбаев университетом. Согласно подписанному документу, регион и Назарбаев университет будут сотрудничать в плане продвижения технологий, экспериментальных научных исследований, открытий и инновационных проектов Назарбаев университета. Проекты будут реализовываться в Карагандинской области. Отныне будет проводиться совместная организация и проведение подготовительных курсов, обучающих семинаров, стажировок для студентов и работников организаций. Мы сегодня предприятием не только крупного бизнеса, но и малого и среднего бизнеса говорим таким образом. Время бесплатной подготовки кадров прошло. Теперь вот те производства, которые создаются вновь, их главная задача, прежде всего, они же всегда к нам идут и показывают, вот мы берем кредиты, вот наши инвестиции, и показывают, куда они идут. Приобретение оборудования, приобретение земельных участков, строительство и так далее. Но ни один из них не показывает на подготовку кадров. Поэтому мы им говорим, вы начинайте с другого. Прежде всего, чтобы ваша производство работало, нужны вам кадры. Нужно отметить, что в Назарбаев университете уже обучается 136 лучших выпускников школ Карагандинской области. И сегодняшняя встреча с представителями университета организована для активизации взаимного сотрудничества и развития партнерских отношений в сфере образования.